2 октября на центральной площади города свой уровень подготовки продемонстрировали подразделения 7-го отряда Федеральной противопожарной службы, Красногорского территориального управления областной противопожарно-спасательной службы, Одинцовские предприятия теплосети, водоканал и другие. Это уже второй этап всероссийской штабной тренировки. Сегодня у нас в рамках всероссийской штабной тренировки проводится второй этап. С утра мы получили в соответствии с планом наращивания вводную. Это крупномасштабная чрезвычайная ситуация. Это у нас территориальное управление Жаворонковское было. Совместно с ЕДДС, администрацией, Одинцовским пожарно-спасательным гарнизоном, с Красногорским территориальным управлением Мособлпошспас мы эту вводную отработали. Все документы отправили в Центр по управлению кризисными ситуациями. В рамках мероприятия были организованы мобильные пункты питания и вещевого снабжения. Помимо этого, на центральной площади были представлены все образцы пожарно-спасательной техники, не считая основной, которая находится на боевом дежурстве. Весь этот комплект ориентирован на ликвидацию крупномасштабных ситуаций. Силы и средства у нас готовы к действиям по предназначению. В случае необходимости, в соответствии с требуемыми документами, производится отработка и высылка сил и средств. Существует на территории Одинцовского городского округа расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных сил, где предусмотрено наращивание сил и средств в случае такой необходимости. В этот день спасатели показали, что на территории Одинцовского городского округа все силы готовы к предотвращению чрезвычайных ситуаций. Местные жители могут быть уверены в своей безопасности. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».